Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сиде Родину, ролеплей, центральный округ. Мы здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте вводить маник по регистрации. Так, пацаны, я чуть задонил, короче, совсем немножко задонил, короче, у меня теперь лямчика есть. О, да, детка, да, это хорошо, а это значит то, что нужны новые покупочки. Ну, по названию ролика, думаю, дождались, я решил купить новые скины. Кто не знает, у меня стоит новый бета-модпак Родины, поэтому... Я себе решил прикупить пару интересных скинов. Я думаю, скины, в принципе, останутся как и есть. Ну, насчет машин не знаю. Давайте, я не знаю, возьмем какую-то машинку. Давайте я на i8 сегодня прокачусь. Поедем сейчас в магазин одежды и купим парочку скинов. Блин, я, кстати, забыл посмотреть, секундочку. Давайте зайдем посмотрим. Я забыл посмотреть, сколько можно скинов иметь. Когда покупаешь новый скин, по идее, этот мой скин, какой купил за 500 тысяч. А, нет, я его за лям купил. Какой купил за лям, короче, он... Положится в шкаф. Так, хоус пишем, короче. Я посмотрю сейчас. Меню дома, шкаф, одежда. Так, получается, я могу купить 6 скинов, если я, мой один положится. Окей, я могу купить себе еще 6 скинов. Хорошо, запомним. 6 скинов мы можем себе еще позволить купить. Так, идем в гараж за машиной, я думаю. Так, i8, что ты тут сюда вернулась? Я тебя не понял. Кто тебе разрешал, Видели, какая, блин, самостоятельная? Ладно, поехали, короче, в магазин одежды. Да, да. Так, BMW выключить. Все, поехали. Конечно, номера нам хреновые выпали. Можно будет сегодня попробовать еще выбить номера на нее нормальные. А то вот это рюш 4438. Ну такое, знаете. Не очень. Вот на Чироне нормальные номера. Я просто узнал, что можно номера несколько раз покупать. Да. Так, вот магазин одежды, далеко нам не придется ехать, короче, я так понимаю, да? Далеко не придется ехать. Так, скриншотик сделаю. Все, погнали. Тачку я заглушил, РВС уже был, все нормально. Пешком бежать не придется, наверное. Так, давайте сейчас самые прикольные скины хочу купить для начала. Просто самый прикольный, что мне понравится. И на такие интересненькие скины, необычные. Прям то, что доктор прописал. Не, ну вот этот мне как-то не очень нравится, на самом деле. Это тоже... О, вот это я хотел купить изначально еще. 7500, покупаем. Ёбаный в рот, это что такое просто, блядь? Ебать, просто мутант, я ебал, блин. Просто смотрите на его движение, это просто жесть, пацаны. Это просто жесть. У вас опять на Лукасы, пацаны, просто. За вот этот скин. Так, по идее у нас тот скин положился в шкаф. Так, окей. По идее, да? Ну, по идее, он должен был положиться в шкаф, да? Я надеюсь, я свой скин не просрал, любимый. Какой дорогой, точнее, не любимый, да. Так, у нас есть выбор, либо купить красного, но красный, думаю, это банально, давайте купим оранжевого. 5000 он стоит. Итого мы уже 12 тысяч потратили на скины. Я хуеда присел, блядь. Ёбаный в рот, просто. Он так смешно еще прыгает, блядь, кому-то какой-то читак. Надо камеру еще удалять как-то, блин. Лол, просто лол. Ну, почему бы нет, неплохо, чё, неплохо. Так, идем дальше. Нужно купить интересные скины именно. Самые интересные, какие можно только купить. Так, ну это банально, это обычный, хотя... Вот, это тоже мы купим. Это получается третий скин, да? Да, это получается третий скин. Покупаем, все. Но я думаю, вот это неплохой довольно-таки такой скин. Типа зомби, там все дела. Да-да-да. Да-да-да. Да-да-да, неплохой такой скинец, погнали дальше. Я просто хочу себе купить максимально интересные скины. Чтобы потом разнообразие было, там на стримах один можно скин будет брать, потом на серию другие там. И я думаю, так будет прикольно. Так. Ага, 100 тысяч самый дорогой скин получается у нас. Что, давайте себе на самый дорогой купим. Или не будем покупать, не знаю. 25 тысяч. Просто мне интересно, на скины цены задерут или нет.
Давайте за 100 тысяч купим, потому что у меня его нету, как бы. Чтоб лишний какой-то скин был, вот за 100 тысяч, такой вот красавчик. Где-то 150 тысяч мы уже потратили, короче. Так, теперь будет посложнее. Мы уже 4 скина где-то купили, да, получается, 4. Так, раз, два, три, 4. Да, 4 скина мы еще купили, еще можно купить 2. Еще можно купить каких-то 2 скина интересных, но каких, я, честно говоря, не знаю. Хотя у меня интересный такой скин был. Хотя можно и такой скин купить, но... Да. Пожалуй, этот я возьму. Не, ну что, прикольный такой чувак, чисто. Пляжным. Все-таки лето, можно будет в нем побегать. Прикольный такой скинец, я думаю, пойдет. Осталось самое тяжелое, выбрать последний скин, какой мы можем себе купить. Что купить, я, честно говоря, не знаю, блин. Я когда серию думал записывать, думал, будет выбор как-то поинтереснее. Ну как же без этого, пацаны, как же без этого, да? Как же без этого, как же без Гуччи, да? Как же без Гуччи, все. Можно сюда, в принципе, сваливать. Мы купили себе 6 скинов, сейчас я поеду домой, проверю шкаф. Надеюсь, блин, мои скины все есть. По-моему, я 6 купил же, правильно? Правильно. Поэтому можно, в принципе, отчаливать. Так, заводим, все, поехали. Поехали теперь в... Точнее, домой. Посмотрим, какие мы приобрели скины подробнее так. Так, вот я дома, короче. Пишем команду house. Меню дома, шкаф. Одежда. Да. Ёбаный в рот, блядь. Я просрал скин. Я просрал скин, какой покупал за миллион. Ой, блядь, ёбаный в рот, ты, блядь. Я забыл, как шкаф там покупать, блядь. Как там шкаф покупать, я просто не помню, блядь. Я думал, они сразу в шкаф идут. Я вот Мина еще спрашивал, типа, если у вас есть дом, то если покупаешь новый скин, они идут сразу в шкаф. Он написал, да. Блядь, какого хуя я проебал скин просто за... 1 миллион, какой я покупал. Теперь, блядь, я в этом хожу. И проебал еще 200 тысяч. Ну, 150 тысяч, ладно, проебал где-то. Хотя, стоп. То 100, 150, где-то 200... Где-то 200 тысяч я, кстати, и проебал. Блядь! Ну, какого хуя все через жопу постоянно у меня? Ну, блядь, блядь. Просто пиздец. У меня просто нет слов, пацаны. Вот же, сука, для дебилов, Кирилл, для дебилов написано «Хоус и скин», сука, блядь, ёбаный в рот, нахуй, блядь, ебал, нахуй, пиздец. А, ёбаный воробей, блядь. Пиздец просто. Просто, блядь, у меня просто нет слов. Я просто не знаю, что сказать. Команда пропала, да? Спасибо, блядь. Можно еще раз повторить? Спасибо. А, это надо забудить самозин и зайти обратно, сука, блядь, как же у меня подграет, сука, скин, проебал. Хоусы скин, да, хоусы скин. Хоусы скин. Заебала, блядь, сука, нахуй, блядь. Ну, алё, может ты нажмёшься, сука? Такое чувство, что он прям на вас создан. Спасибо, блядь, спасибо. Прям, блядь, комплимент, блядь, пиздец. Я все-таки куплю эти скины, блядь, мне похую. Купаем, блядь, минус 50 тысяч еще. Заебись, давай, давай, деньги впустую, нахуй, молодец. Пиздец просто, просто пиздец. Скин, блядь, проебал за пиздец сколько денег. За лям, блин. Это довольно-таки немалые деньги, я вам скажу. По секрету. Все, пизду, я не хочу больше скины покупать. Все, у меня осталось... Пиздец, я тупо сколько я потратил? 1400 впустую и минус скин, ебать. Просто как просрать, блядь, лям с половиной за 10 минут?
Пиздец просто. Просто, блядь, пиздец. Все, пацаны, я буду заканчивать, потому что у меня, блядь, жестко просто бомбит. У меня сейчас пукан взорвется нахрен к ебеням, реально. В следующей серии поедем, попробуем выбить именные номера. Ой, не именные, а блат номера на i8. Ну, а на этом у меня все. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.